Подкуп под границей с Мексикой. 376 мигрантов незаконно проникли на территорию США в Аризоне, вырыв тоннель шириной 0,5 метра под металлической стеной. Причем половина из нарушителей – это дети. Как сообщают СМИ, это рекордная по численности группа, которая нелегально попала в Штаты. После проникновения мигранты организованной толпой отправились к пограничникам, чтобы сдаться им и официально подать запрос на получение убежища. Согласно американскому законодательству, любой мигрант США может подать заявление на получение убежища, независимо от того, как и где он въехал в США.